Сейчас мы находимся тоже в доме, который нам предоставил польский МИД, и здесь мы находимся постоянно под охраной, поэтому мы чувствуем себя в полной безопасности. Нам нельзя встречаться с людьми, ну, например, мы не можем пока встречаться с нашими друзьями, потому что они не знают. То есть я-то знаю, да, что это мои друзья, но они не знают, кто эти люди. Мы можем ездить на интервью, которые заранее согласованы с охраной через комп. Для себя я мечтаю, естественно, продолжить спортивную карьеру. И чтобы все те планы, которые у нас были намечены на ближайшие годы, чтобы они смогли осуществиться. Для людей и для страны, конечно, я мечтаю о свободе, мечтаю о том, чтобы люди перестали бояться жить в Беларуси, чтобы люди перестали убегать из Беларуси, чтобы в стране появилась свобода слова. И, конечно же, я тоже бы хотела вернуться в Беларусь, потому что это моя родина. И даже если я буду выступать за другую сборную, все равно я могу вернуться на свою родину и тренироваться там. То есть это не имеет никакого значения, за какую сборную я буду выступать, потому что моя родина и место, где я родилась, это Беларусь. Все боятся, потому что как только ты что-то говоришь, ты можешь сразу отправиться в тюрьму, поэтому я даже не знаю, как сказать. Я понимаю, что насколько сложно, да, им говорить правду, находясь там, в стране, потому что они боятся, но мне бы хотелось, чтобы они перестали бояться и начали говорить, потому что если они сплотятся все в одну большую команду, если все будут друг друга поддерживать, то, естественно, все будет на их стороне.